Скоро Новый год, все с нетерпением ждут этого праздника. Дети дожидаются подарков под елочкой. Так вот, если бы я был Дедом Морозом, то исполнил мечту каждого ребенка и взрослого с наступающим Новым годом. Если я была Дедом Морозом, когда я делала доброе дело и помогла тем детям, какой нет родителей, найти маму и папу. Семья – это самое важное дело в жизни человека. Если бы я был Дедом Морозом, я бы подарил всем праздник Новый год. Делал всех радостными, делал всех счастливыми. И подарил бы всем конфетки, чтобы жизнь была сладкой. И чтоб все радовались, и чтоб у всех было все хорошо. Новый год принес нам сказку, запах свои, бой часов, танцы, смех, костюм и маски, счастье детям всех цветов. Если бы я была Дедом Морозом, это как? Я не могу быть Дедом Морозом, я могу быть Снегурочкой, помощницей Деда Мороза. Если бы я была Снегурочкой, то бы я подарила детям, всем детям на планете, счастья, любви, здоровья. Наступающим Новым годом!